Всем привет, пацаны, это 18-я серия «Пути ютубера». Начинается серия с того, что я в больнице, ведь нужно собрать ЦЛС, а как вы знаете, ЦЛС у меня припаркован у больницы Арзамаса. Направлюсь в казино, чтобы скупить аксессуары, одежду. Как же потом пожалел. Перепродать в плюс. Сейчас едем в казино. Короче, пацаны, ситуация такая. Зашел, короче, в казино и слил все деньги. Это еще один пример того, что не стоит идти в казино. Я сам не азартный человек, но вот так случилось, что я слил 1,5 кака. Короче, настал уже совсем другой день, конкретнее. Уже, кстати, задолбали эти рекламные щиты тут. Ну или вот это вообще реклама. И ставь лайк, если она уже задолбала тебя. На балансе у меня 12 кака, ЦЛС я продал, но, к сожалению, записать я не записал. Чуть расскажу о том, что какой у меня прекрасный план появился. Я сейчас не поеду зарабатывать, как я мог сказать, и какой вообще, а сейчас пойду... Ну, можно сказать, что зарабатывать, но плохим путем. Сейчас покажу, каким. Смотрите, у меня 1,12 кака, запоминайте. Мы успешно профукали. Блин. Короче, посмотрим, что у нас будет дальше. Вот. Я вернул даже больше, я вернул еще 2 кака и дал человек крупье. Чуть-чуть не выдержал и получил капслак. Ну да ладно, но зато я вернул деньги и еще 2 кака добавок. В общем, ребята, это был пример того, что стоит идти в казино, но поверьте мне, пожалуйста, это не так. Не стоит идти в казино, иначе вот как я сделаете. Меня тут краснуло, но от радости меня это вообще не расстраивает. Очень клево, тем более, что такая маленькая очередь. Ну, хотя для такого времени она большая. В общем, МП5, число, кстати, получилось красиво. Для своей защиты, поскольку если умру, вроде как оружие не отберут. Короче, на скутере сейчас поедем выполнять блэкпас. За это время снимем мод и поедем заниматься перекупом. Вот первое здание выполним, на кубе 4 забираю. Подарок на месте букет цветов должен быть подвести. Пчелиный король, меткий глаз, торговый шкур. Одни охотники. Сборщик и формула 1. Короче, выполню я цветами и сборщик. По приколу хотел купить аптечек, и оказывается, я выполнил еще задание «Я здоров». И купил ремок там для себе. Вот, подарок невесте раз, «Я здоров» 2, да. Ну, остальные задания так себе. С2 забираем его. И сейчас еще можно поехать в аукцион, чтобы выставить ненужные мне вещи. Или, может быть, наоборот, приобрести что-нибудь. Ну а сейчас увидите неудачный фрап с покупки семьи. Начнем сначала, я просто так хотел и купить за 1,4 миллиона. Я вообще в рынке не разбираюсь. Но он мне предложил сделать так. Сначала я ему даю свою одежду, которую я купил за 80к. Потом он продает мне семью и остаток 400к. Я согласился, и теперь я ему отдал одежду. Ну, сейчас вы не видите, потому что у меня лагало, и фраз был очень плох. И в итоге он офнулся. Этого фрапса у меня не было, у меня было 2 неудачных, к сожалению. Ну, а так он остается свободен. Он свободный китал, так сказать. Одежда стоила 80к, и мне не то, что прям сильно жалко было, но все же 80 тысяч это тоже деньги. И, ребята, никогда не скамьте, никогда не обманывайте, ведь это очень некрасиво и низко с вашей стороны. Но я этому чуваку доверился, я даже сказал, что это мой земляк, и я думал, что земляки обманывать не будут, но на самом деле это не так. А теперь хочу извиниться за отвратительный звук, поскольку времени озвучить и записывать роликов. Нет, вот сейчас иду на тренировку и записываю для вас ролик. Еще раз извиняюсь, пацаны, так получилось. Ну, на этом серия подошла к концу. Если понравился ролик, подпишись, поставь лайк. Думаю, тебе реально понравилось, ведь я старался как-никак. Ну, в общем, пацаны, всем удачи и всем пока.